Здравствуйте, на телеканале ЖТСУ Новости. С вами Панау Исимбекова. Сурдоперевод Марата Жумабекова. В начале выпуска коротко о самом главном. Не терпит отлагательств. Самые актуальные проблемы районов и городов, требующие неотложного решения, акимы области озвучивают акимы регионов. Вкусный труд. Сразу 40 человек села Абай трудоустроила бизнес-вумен. Старики-разбойники. Разбойное нападение на одинокую старушку совершили трое граждан, ранее осужденных на большие сроки. Выясняется их причастность и к другим преступлениям. 2018 год насыщен событиями и открытиями в каждом районе Алматинской области. Грядущий год обещает быть не менее плодотворным в социально-экономическом плане. Какие изменения предлагают руководители 5 районов для улучшения жизни населения, стало известно на заслушивании под председательством акима области Амандыка Баталова. Главная тема заседания – проблемные вопросы, требующие непосредственного вмешательства главы области. И таковых моментов оказалось у регионов достаточно. Елеман Раймбеков продолжит. Карасайский район – один из главных двигателей сельского хозяйства в Алматинской области. С начала года он дал сельхозпродукции на 42 миллиарда тенге. Притянуто более 100 миллиардов тенге инвестиций. Район процветает, но есть социально важные проблемы, требующие вмешательства акимата области. К примеру, строительство инженерных сетей в селе Исаево. Сумма 678 миллионов тенге. Территория 150 гектаров отведена под строительство жилья. Остро стоит вопрос и с трехсменным образованием. Требуется строительство одной новой и реконструкция 4 имеющихся школ. Также аким района Жандарбек Далабаев отметил, что для безопасного перехода жителей крайне важен мост над железной дорогой на станции Шамалган. То, что он просил, вот эти вот вещи все учтите, посмотрите, что можно включить. 2500 рабочих мест создано в Елиском районе в уходящем году. Объем промышленной продукции составляет почти 300 миллиардов тенге. Район привлекателен для мировых промышленных брендов. И в следующем году здесь появится 21 крупное предприятие. Все это влияет на естественный демографический рост, а соответственно требует решения ряд социальных вопросов. К аким области глава района Багдат Карасаев обратился с просьбой выделить средства на разработку проектно-сметной документации для строительства врачебных амбулаторий в селах Чапаева, Жанадаур, Байсерке, ФАП в селе Коккайнар и медицинского пункта в селе Коктерек на общую сумму 123 миллиона тенге. Также в Алматинской региональной детской клинической больнице необходим ремонт 6-го блока главного корпуса стационара на 40 миллионов тенге, считает он. У меня находится и детская больница многопрофильная. Это грунтовые воды, и весной со стороны Талгара полностью там затапливают, и вода в подвалах у людей. Необходимо дренаж там на разработку проектно-сметной документации. Занимайся, будем помогать вместе с управлениями, замами отрабатывать то, что ты просил. Аналогичная ситуация и в Имбекши-Казахском районе. В селах Корам, Кызылшарык и Коктобе требуются врачебные амбулатории. В 4 общеобразовательных школах дети все еще обучаются в 3 смены. Еще 19 учреждений среднего образования нуждаются в капремонте. Есть потребность в 46 блочно-модульных котельных на 346 миллионов тенге для жилых домов в населенных пунктах Есик и Шелек. Нюансы найдут верный исход событий, заверило руководство края. Спасибо за оказываемую поддержку. Все выдвигаемые проекты направлены на улучшение благосостояния нашего населения. Думаю, общими силами сможем реализовать задуманное. В колоссальных изменениях нуждается новоиспеченный Раймбекский район. Каждая сфера развития требует тщательного внимания. Регион привлекателен для туристов мраморной стеной и пиком Хантенгри. Но пути туда неблагоустроены, отметил аким района Жолан Омаров. Также здания государственных учреждений в районном центре и в селах находятся в плачевном состоянии. Аким области Амандык Баталов остался крайне недоволен проводимыми там работами и подверг жесткой критике руководителей разных ведомств, так как на контроль эту ситуацию нужно было брать с весны этого года. Также в селе Жамбыл водопровод нужно провести. Прошу выделить 30 миллионов тенге на разработку ПСЗ для домов культуры в селах Сумбей и Жамбыл. Кроме того, прошу выделить средства на строительство 2 амбулаторий. Эти и другие вопросы требуют безотлагательного решения, отметил Амандык Баталов. Потом и поручил включить разработку документации и ход реализации проектов в расходную часть бюджета на 2019 год. Приложить все усилия по неотложному устранению недостатков нужно и в Кигенском районе.
Аким района попросил 49 миллионов тенге на разработку ПСД в 3 школах. В целом нуждается район в новых участковых пунктах. Аким области поручил взять на заметку эти и другие моменты. Всем ответственным лицам нужно провести полный анализ текущей ситуации и озвученных проблем, чтобы распределить и использовать бюджетные средства максимально эффективно. Уделять пристальное внимание исполнению всех государственных программ поручил глава области. В их числе особый акцент сделать на жилищной программе 7-20-25. Ильяма Раймбеков, Жаслан Шенгенже, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Благоустройство территории, развитие туризма, инфраструктуру ставят во главу угла и руководители 5 других районов. Их планы на год предстоящий сегодня заслушал первый заместитель акима области Лязат Турлашев. Сельское хозяйство – один из главных драйверов экономики Панфиловского района. В этом году посевные площади одной только кукурузы превысили 26 тысяч гектаров. Однако радость хороших урожаев крестьян омрачает нехватка зернотоков. Из-за плохой просушки не единожды у аграриев урожай пропадал. По расчетам специалистов и акима района Тимирлана Бектасова, 1 миллиард тенге помог бы решить проблему. Не менее актуален вопрос ремонта автомобильных дорог. Протяженность автомобильных дорог в городе Жаркент составила 143 километра, из них 55,2% находятся не в удовлетворительном состоянии. Необходимые средства, у нас есть готовые проектно-сметные документации на 28 улиц района, 1 миллиард 872 миллиона тенге. И на текущий ремонт 23 улиц 2 миллиарда 884 миллиона тенге. Я все эти средства не прошу, хотя бы 1,5 миллиарда тенге на дороги, чтобы выделили. В спартанских условиях работают сельские акиматы, отметил Бектасов. Специальных зданий в селах нет. Акиматы ютятся в приспособленных помещениях. На решение вопроса бюджет средства выделит, заверил Лязат Турлашев. Еще одна из главных проблем района – полигон на окраине районного центра, требующий скорейшей реконструкции. Он используется с 1970 года. За 48 лет здесь 160 тысяч кубов мусора завезли. И на сегодняшний день при порыве ветра 5 метров в секунду вот этот весь мусор и салафан оказывается у нас в Жаркенте. В Жаркенте, в населенных пунктах. Мы просим, у нас ТО есть, просим 14 миллионов тенге на ПСД. Для Уйгурского района ключевой вопрос – нехватка жилья. Власти намерены создать жилые квартиры в ныне пустующем здании туберкулезного диспансера. Как сообщил аким района, по результатам санитарной экспертизы это допустимо. И теперь на разработку проектно-сметной документации и реконструкции здания нужны 10 миллионов тенге. Помимо этого, просим 32 миллиона тенге на разработку ПСД на строительство 2 60-квартирных домов в селе Шонжа. Инженерные сети к этим объектам уже подведены. Строительство вышесказанных домов позволит снизить количество очередников на 21%. Также нам необходимо 285 миллионов для возведения систем водоснабжения сразу в 5 селах района. Требует решения и вопрос со школами. Так, в селе Сумбе с проведением капитального ремонта одной из образовательных школ мы можем закрыть в этом ауле сразу 2 малочисленные школы, что позволит значительно сэкономить средства. Ставка на развитие прибрежной зоны Алаколя в этом году выявила некоторые недостатки. В грядущем году власти намерены построить уборные, соответствующие всем европейским стандартам. Такое предложение Алибека Жакамбаева единогласно одобрили члены заседания. На эти цели выделят 33 миллиона тенге. А для выполнения поручения главы государства по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов руководство Алакольского района требуется 30 миллионов тенге на ПСД. Еще 38 необходимо для создания нового здания для коммунальной организации Алаколь-Тазалык. В ходе своего последнего визита глава государства поставил перед нами задачи по благоустройству аула Ахши. Так уже в следующем году мы планируем реконструировать сельский парк, а рядом с ним хотим построить площадки для футбола и волейбола. На все это просим у вас 880 миллионов. Все вышеперечисленные проекты акима Алакольского района руководство области одобрило. Нашли поддержку и перспективные планы акима Балхашского района.
Для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса нам необходим 1 миллиард 254 миллиона тенге. ПСД уже составлено. Также необходимо решить давний вопрос в ауле Топар. Сельская школа с момента открытия никогда не проходила ремонт. Просим почти 400 миллионов тенге на капитальную реконструкцию. Сейчас там обучается 386 детей. 5 лет назад было 450. Все это из-за плохого состояния образовательного учреждения. Помимо этого, просим 677 миллионов тенге на реконструкцию дорог и систем водоснабжения в ряде сел. 116 миллионов тенге необходимо Жамбылскому району на кредитование очередников по приобретению жилья по госпрограмме 7-20-25. Еще 31 миллион тенге на разработку проектно-сметной документации многоэтажного жилого дома. Помимо жилых домов, нам необходимо устранить проблему трехсменных школ. Таких сейчас у нас в районе две. Для устранения данного вопроса сейчас составляется ПСД на постройки по 300 мест. Также из-за демографического роста под угрозой у нас школы в селах Узынагаш и Каргалы. Просим поддержки от вас на решение данных вопросов. Все проекты, одобренные сегодня, в жизнь будут воплощены поэтапно. И каждую из высказанных проблем руководство области намерено разобрать детально, чтобы использовать бюджетные средства максимально эффективно, резюмировал заслушивание Лязат Турлашев. Каждый проект, получивший поддержку, поручаю взять на карандаш каждому из руководителей управлений. До конца года совместно с акимами районов вы должны все отработать и внести конкретные предложения в управление экономики и бюджетного планирования. В числе первостепенных планов на год грядущий и повышение заработных плат работников производственных предприятий отметил первый зам, поскольку поручение главы государства обязательно к исполнению для всех. Азат Жумаханов, Жаслан Шенкенджи, телекомпания ЖТСУ, Талдыкурган. Более 150 человек нашли стабильную работу в Капшагае в рамках программы «Продуктивная занятость и развитие массового предпринимательства». Она позволила также многим обрести новые специальности, получить гранты и кредиты с низкой процентной ставкой. Как реализуется госпрограмма в городе Капшагай, расскажет наш корреспондент. Соискатели и работодатели особенно довольны работой электронного портала «Еңбек.кз». Именно по нему многие безработные, не обивая пороги учреждений и организаций города, смогли найти стабильное рабочее место. Такой подход государства к делу трудоустройства одобряют сами работодатели. С 2018 года внедрена электронная биржа труда. Это «Еңбек.кз». Это очень удобная работа. Сейчас мы самостоятельно можем заявки давать. Мы напрямую открываем своим электронным ключом и пишем туда свои вакансии. То есть на сегодняшний день нам нужны воспитатели, педагоги с высшим образованием. И вот с 1 декабря дают нам штатные единицы логопеда и дефектолога. Мы внесли заявки тоже логопеда-дефектолога. С помощью современных сервисов в базе данных пользуются и другие безработные капшагайцы. В числе таких Наталья Хвостова. Инвалид второй группы, с молодости увлекалась кройкой и шитьем. Однако заняться любимым делом не было возможности. На помощь пришла государственная программа, в рамках которой Наталья устроилась швеей в общественное объединение инвалидов Капшагай-Самга. Ей здесь создали нормальные рабочие условия. Сейчас она принимает заказы. Ну, как стала инвалидом, уже третий год. Без работы сидела года, 2 года сидела. Потом работа несложная, не тяжело. Заказы есть потихоньку. Зарплату платят хорошо. Ежемесячно. Не обижают, все. Нет. Все хорошо. Благодаря государственной программе открыла свое собственное дело и Фируза Узахбаева. Но прежде она прошла краткосрочное обучение по специальности парикмахер. Сегодня она, как индивидуальный предприниматель, арендовала место в салоне красоты. Центр занятости населения предоставила начинающему предпринимателю для открытия дела безвозмездный грант в размере 240 тысяч тенге. Сейчас я с мамой 3 курса.
Я обратилась в центр занятости, прошла трехмесячный курс парикмахера. Вот выиграла грант. На эти деньги приобрела необходимые предметы для стрижки и укладки, машинку, утюжок, зеркало. Благодарна тем людям, кто создает безработным такие хорошие условия. Я дальше буду собирать деньги и развивать свой небольшой бизнес. Понемногу набираю опыт. В день обслуживаю в среднем 10 человек. Наряду с этим, для первоначального опыта работы по полученной профессии более 40 человек были направлены в различные учреждения города. Одна из таких безработных, Балжан Таубай, после окончания колледжа стабильную работу нашла в самом центре занятости города. По словам руководителя центра, новая программа позволила почти за год трудоустроить более 150 человек. Нами на переподготовку кадров направлены 203 человека на нужные специальности: электрогазосварщик, повар, электромонтер, парикмахер и так далее. Также государственной программой организованы специальные рабочие места, которые создаются работодателем по договоренности с Центром занятости населения для трудоустройства безработных с субсидированием их заработной платы. В текущем году направлено 56 человек, из них завершили 37, а 24 трудоустроены на постоянную работу. Многие из участников программы намерены еще взять кредиты с низкой процентной ставкой. И это возможно, уверяют сотрудники центра занятости. Открыть свое дело и пригласить на работу односельчан жителям области помогает госпрограмма «Продуктивная занятость населения и развитие массового предпринимательства». Подобным формам поддержки, где предусмотрены все слои населения, имеются различные варианты от открытия своего бизнеса до обучения и переобучения востребованных специальностям, особенно рады жители сельской местности. Гульназ Мустафа, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ, Капшагай. Хлебопекарню европейского уровня открыли в селе Абай Карасайского района. Новое предприятие в день выпускает более 2 тонн хлебобулочных изделий. От возведения здания до покупки оборудования и запуска у местной предпринимательницы ушло порядка 120 миллионов тенге. Для абаевцев открытие пекарни стало долгожданным событием. До этого в селе был только привозной хлеб, а теперь и все хлебобулочные и кондитерские изделия местного производства. Так руководитель предприятия намерена обеспечивать своей продукцией не только свой аул, но и близлежащие села и районы. Впрочем, Вера Шульгина в этом деле уже 12 лет. Мы сделали линейку теста полностью. Все теста сделали. Баурсаки, беляши, слоёно-дрожжевое, слойку. Потом купили новую линию, которой нет в Казахстане. Это буреки. Мы сейчас развиваемся в этом направлении. Также делаем тарталетки и начинаем уже идти к полуфабрикатам. Раньше мы просто делали тесто, теперь мы делаем полуфабрикат, который хозяйки могут дома приготовить за 10-15 минут. Запах горячего хлеба чувствуется еще на улице, а внутри у покупателей горят глаза от представленного ассортимента. Ведь в этом небольшом здании производится более 50 видов разных хлебобулочных изделий. Вся продукция всегда свежая, готовится из натуральных, качественных и, самое главное, местных продуктов. Да и цена на все весьма приемлемая для сельчан. К тому же постоянное место работы здесь обрели сразу 40 абаевцев. Хлебопекарем я работаю на протяжении 5 лет. Все устраивает. Зарплата у меня 70 тысяч тенге. Каждый день дают и завтрак, и обед. Даже не знаю, где бы я нашла такую хорошую работу, где есть все условия, как здесь. Процесс на предприятии автоматизирован. Это обеспечивает соблюдение всех стандартов. Таким образом, острая для сельчан проблема обеспеченности хлебом и хлебобулочными изделиями решилась. А в планах у руководства предприятия увеличить объемы производства и ассортимент продукции. Азат Жумаханов, Ербулат Антелов, телекомпания ЖТСУ из Карасайского района. Более 2000 фактов проявления побочных действий при приеме лекарственных препаратов зарегистрировано в Казахстане за 11 месяцев этого года. 77 из них вызвали серьезные реакции. Национальный центр экспертизы принял решение о приостановлении выпуска 18 препаратов. После проведения экспертизы их выпуск возобновили. Как утверждают специалисты, чаще всего в этот список входят противомикробные, в том числе противотуберкулезные и антибиотики.
антибактериальные препараты. Добавим, что в Казахстане мониторинг побочных действий ведется с 2005 года. Павлодарские аграрии не могут отправить свою продукцию на экспорт в Узбекистан и Китай. Речь идет как минимум о 21 тысячи тонн пшеницы, ячменя и подсолнуха. Причина – нехватка зерновозов. Как сообщили в руководстве Павлодарского отделения грузовых перевозок, вагоны для транспортировки зерна принадлежат частным трейдерам и компании «Астыхтранс». У них возникли сезонные проблемы с возвратом подвижного состава. Тем временем хозяйства региона терпят убытки. Контракты на экспорт зерна под угрозой срыва, а собранный урожай некуда девать. Ближайший калкаманский элеватор уже переполнен. По данным железнодорожников, с проблемой дефицита подвижного состава сейчас столкнулись аграрии и других северных регионов страны. Во дворце школьников областного центра подведены итоги марафона «Отдал желчь, честный путь». Старт антикоррупционному марафону был дан еще в апреле этого года. И до сегодняшнего дня знамя и книга марафона передавалась в виде эстафеты и побывали во всех 20 районах и городах области. В торжественной обстановке последними в канун Международного дня борьбы с коррупцией передали символы марафона Департаменту агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Алматинской области руководство города Талдыкорган. Напомним, цель марафона – объединить усилия всех категорий граждан к нулевой терпимости к коррупции. В ходе подведения итогов акции «Отдал желчь, честный путь» все районы награждены грамотами за активное участие. Из них особой благодарности удостоились 5 районов. Это Алакольский, Сарканский, Каратальский, Жамбылский и Памфиловский. Им вручены дипломы. Отметим, всего за период проведения марафона в районах проведены более 150 мероприятий с охватом всех жителей области. На следующий год только вчера подписалась меморандум договора о совместной работе между нашим председателем агентства Государственной службы противодействия коррупции господином Аликом Шпекбаевым и акимом Алматинской области Гавашем Баталовым о совместной работе. Начинаем проект «Жетсу адалдык алана». Здесь мы уже по отраслям будем конкретно работать. Медицина, образование, строительство, коммунальные хозяйства, цифровизация. На предстоящий год у нас задачи совершенно другие. Мы с первого населения подготовили. Мы им сказали, что у нас коррупции не будет. А теперь, когда мы усилили себя такой армией населения, которой нулевая терпимость коррупции, вот с этим требованием, их спросом, их пожеланиями мы начали конкретно работать уже в конкретных отраслях. Правильное питание – залог здоровья в любом возрасте. Но этим золотым правилом пренебрегают немало людей. Особенно студенты, не соблюдая интервал приема пищи и выбирая вредное продовольствие. Именно эту мысль в развернутом виде донесли специалисты и студентам медицинских учреждений Талдыкоргана. Цель семинара – информированность населения по здоровому питанию. Семинар с наглядным примером на видеослайдах оказал должное впечатление на молодежь. Пока крепкий организм, который кажется вечным двигателем, работает бесперебойно. Но со временем, если за ним не ухаживать должным образом, он ослабнет, будет подвержен болезням. Поэтому нельзя пренебрегать элементарными правилами, утверждают организаторы. Встреча организована областным управлением здравоохранения и центром формирования ЗОЖ. На сегодняшний день вы знаете, что проблемы питания настолько актуальны, потому что изменились привычки питания, изменились сами продукты питания, технологическая обработка изменилась. И, конечно же, на рынке у нас появились очень много вредных продуктов питания. А в сегодняшнем семинаре мы, конечно, говорили о том, насколько важно правильно питаться, ежедневно использовать элементарные правила правильного питания. Конечно, сейчас будем прививать различным категориям населения основные правила здорового питания. Thank you.
Городское планирование может быть забавным и вкусным. Архитекторы изменили традиционные строительные материалы на сахар, муку, яйца и специи, чтобы создать пряничный город будущего в Лондонском музее V&A. В съедобном городе более 60 сооружений, своя канатная дорога из солодки, велосипедные дорожки и пешеходные аллеи, покрытые сахарной глазурью, а также современный приют для бездомных. Столицу Боснии и Герцеговины Сараево накрыл смог. С наступлением зимы в городах Западных Балкан ухудшается качество воздуха. В Сараево около 100 тысяч домов отапливаются углем, а по улицам ездят 150 тысяч машин. Во вторник уровень загрязнения воздуха здесь превысил средние допустимые значения в 10 раз. Полицейские Каратальского района задержали преступную троицу, подозреваемую в совершении разбойного нападения на пожилую жительницу города Штобе. Великовозрастные, ранее неоднократно судимые грабители подозреваются также в совершении ряда краж на территории района, рассказывает Антон Хатиновский. Сообщение о разбое от одинокой пенсионерки в отдел полиции Каратальского района поступило под утро в конце ноября. Пожилая женщина сообщила стражам порядка, что подверглась разбойному нападению. Добычей преступников стало более миллиона тенге. Однако довольствоваться преступно добытым им не пришлось. В течение нескольких дней, значит, сотрудниками полиции Каратальского района отдела полиции были определены круг подозреваемых. Ими оказались трое ранее судимых, которые дали признательные показания в совершении данном преступлении. Также во время беседы со следователем задержанные лица признались в совершении ряда краж в городе Уштобе. Подозреваемых задержали в разных регионах страны. Одного в Уштобе, второго и третьего доставили из Алматы и Шымкента. Все задержанные ранее уже бывали в местах лишения свободы, отбыв там от 20 до 30 лет. Ранее судимы неоднократно. По каким статьям? Последний раз был осужден по 179 части 2, 255 части 4. То есть? Это был разбой. В данное время за что содержите здесь? В данное время за разбой нахожусь. В данное время полицейские завершают досудебную проверку и готовят материалы уголовного дела к передаче в суд. Антон Хатиновский, телеканал ЖТСУ, Каратальский район. На летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе дзюдоисты Казахстана завоевали 4 золотые медали. Первой из них удостоился Бекарыс Садуакас. Именитый уроженец Кербулакского района поделился спортивными знаниями со спортсменами Талдыкоргана. Бекарыс Садуакас 9 из своих 17 лет занимается дзюдо. Не раз поднимал флаг Казахстана на международной арене. Мастер спорта Казахстана и подает огромные надежды. На его мастер-класс собрались почти 100 воспитанников спортивной школы-интерната. Кроме теоретических, он поделился и практическими знаниями. Сейчас много талантливых ребят, но немало и тех, кто бросает спорт на полпути. Поэтому ребятам нужно научиться вырабатывать в себе дисциплину. И тогда результат придет сам. Нужно экспериментировать, изучать новые методы тренировок. Дзюдо славится различными бросками и техническими приемами. Овладеть каждым из них профессионально уходит немало времени. О своих ошибках и работе над ними делился Бекарыс с ребятами. Возможно, это и станет ключом к быстрым высоким достижениям в спорте, утверждают специалисты. Воспитанники спортшколы задавали интересующие вопросы. Исчерпывающий ответ получил каждый из них. Достиг этого результата Бекарыс Садуакас благодаря своему тренеру Азамату Балпуху. Благодаря коллективу тренировок, которые с ними занимаются, он стал олимпийским чемпионом среди юношей Буэнос-Айреса. По словам организаторов, подобные встречи пройдут и в других уголках области. Обмен опытом и новые знакомства помогут выявить новые таланты в спортивном мире ЖТСУ, уверены знатоки. Еламан Рамбеков, Жаркен Шитаев, Мадибай Басонов, телеканал ЖТСУ. У меня на сегодня все. Спасибо за внимание. Всего доброго.